Друзья, вы видите автомобиль. Я не думаю, что это первый там Audi, который вам попался в жизни. Но этот покрашен необычным цветом. И вот Виктор расскажет, в чем уникальность. Потому что я тоже не знаю. Уникальность заключается так. В том, что Audi делает где-то модели 30, наверное. Разных. Ну, в Америке, скажем, продается модели 30. Ужас. Сколько на самом деле их делает так. Никто. Не все доходят. Разных. До Америки разных моделей. Только две модели красятся в этот цвет. Большинство машин, которые красные, они такие ярко-красные, как пожарная машина. Так. Так. А этот такой более... Ну, интеллигентный, с отливом. Интеллигентный он цвет. С отливом, я могу сказать, вот. Да. Вот. И здесь видно отлив. Когда мы пришли в славный городе Монтерей, так. Где мы покупали эту машину, так. Мы начали смотреть, выбирать цвет. Угу. А вообще, это, кстати, интересный эпизод, вообще, как покупать машину. А уши сложила, это она сама? Уши она сама, это автоматическая вещь. Так, угу. Еще что у нее интересно, вот эти вот огромные такие спортивные колеса. Да. Это называется 20 дюймов диаметром колеса. Которые меня тоже купили, потому что они очень широкие. Вот, да, там, в глубину, понял. И такие узенькие. Ну, эта штука. Вообще, сам эпизод покупки этой машины был любопытный. Так, ну, идем потихонечку будем пока. Ну, мы можем около машины как бы. Да, хорошо. Я быстро скажу. Давай. Значит, мы пришли туда, приходит пара. Я пришел с женой. Не то чтобы там в галстуках или даже в рубашках. Да, пришли вот в рубашках, так. Типа фланелевые рубашки и в джинсах. Так. И в кроссовках, как два этих самых. Вполне таки гопника, да. Я бы сказал, так со стороны глядя. Так. И пришли, и говорим, что мы никакие заранее не договаривались, ничего, просто пришли. Так. Дилершип, я не знаю, как по-русски это сказать. Где, ну, не важно, где машины продают, да. И пришли, и говорим, что мы хотим вот такую Audi A6. Угу. A6 их по-немецки называют, я был в Германии, смотрел. Как называют? А, они не A говорят, A6, а по-английски okay. Они идут как A6, по-немецки они как-то A назывались. Да. A6 что-нибудь такое будет по-русски, наверное, да. Называться. Вот, мы туда приходим, и там несколько человек в Монтерее, хорошо, потому что там народу не очень много, и там они на к тебе относятся. Написано MontereyAudi.com. Да, 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 они так нежно к тебе относятся. Кардинал называется это место по какой-то причине. Вот. К римскому папе, не знаю, относятся как-то они или нет. Пришли папа туда. Папа – это папа, а кардинал – это так. Я говорил, что вот я хочу вот такую машину, примерно с таким двигателем. Вот есть такие, примерно такие пакеты в ней есть. То есть проявил знание какое-то. Проявил какое-то знание, так. Но при этом я говорю, что я бы хотел, чтобы пакетов было поменьше, потому что вот… Чего машин... поменьше? Ну, всякие пакеты, которые пакеты, туда вкладываются, потому что машина… Официально там приходишь, она говорит, там 40 тысяч. А потом, когда в нее начинаешь накручивать все это, добавлять и добавлять и добавлять, вдруг превращается вдруг все это в 70. Понял. И так это как-то, поскольку это же не первая машина, мы это знаем, мы говорим, что как бы все это там есть, называется technology package. Да. Это штука, например, которая следит, когда вот ты переходишь, вот если на уши посмотришь, вот на зеркала, там справа такие маленькие черненькие штучки. Где именно? Штучки. Вот эти, так, ничего себе маленькие, здоровенные. Не очевидно эта штука. Когда сенсоры они поворачиваются, ты смотришь, и если мимо тебя проходит машина, при определенных условиях, разница в скорости, она эту мертвую зону знает. Вау. Причем знает именно один ряд. Следующий ряд, она уже не... То есть соображает? Она не мигает в следующем ряду. Хорошо. Такой есть пакет. Другой, например, в пакете есть, например, есть круз-контрол. Да. Но он не тупой круз-контрол. То есть, если в обычной машине ты включишь там на 70, он и едет 70. Перед тобой машина затормозит, он в нее и въедет. Ой. А этот, он все время вот эти два радара вот тут следят. Вот тут которые... вот эти два основных радара. И несколько и сзади там тоже для парковки радар. Но вот эти два, как бы вот этих вот два главных основные радары, они все время следят за твоей машиной. То есть, перед тобой машина затормаживает, ты ее выставил там на 70 миль в час. Так. Она затормаживает, и это затормаживает. Понял. Она куда-то уходит в сторону, она сразу разгоняется. Угу. Вот это вот. Так, минуточку, так в чем проблема покупки была? Покупки была проблема в том, что технологию вот эту как-то я не очень въехал вначале. Да. И говорил, что мне подешевле немного. Всего этого мне как бы и не надо. Так. И тут происходит совсем вот такая вещь совершенно необычная. Так. Для, я думаю, русского читателя. Да. Потому что он выходит, менеджер, и дает мне ключ. И говорит, ты говоришь, не сам не, как бы не совсем понимаешь, что ты говоришь. Так. Вот тебе ключ, это машина предыдущего года. Ну, да. В ней все это уже есть, ведь все эти пакеты. Да. Прокатись. Прокатись. Да. Ну не на 15 минут прокатись с работником сзади, а просто он мне ее дал на весь день. Говорит, и катайся куда хочешь. Так.
Ну, я поехал, мы еще были с тещей, мы поехали в Кармель, там пообедали, покатались на машине. И теща говорит, берем. Да, и стало ясно, что без этих технологий как бы и неинтересно. Понял. И надо всю эту технологию набирать. А я считал, что проблема с цветом была. А потом, когда мы уже знали, что мы хотим вот этот Prestige Edition, вот эти вот супер тонкие колеса входят, это как бы все в пакет. Там подвеска какая-то. Они супер тонкие, так. Понял. Ну, они тонкие. Такое ощущение, как будто литые. Ну, переверни. Да, нет, я понимаю. На другую машину. Я согласен, ну, вот, да. На центру поверни, и ты увидишь, так, что у нее толщина огромная. А это как у Porsche сделаны колеса, или вот там у Rolls-Royce там делают. Вот такие они очень тонкие. Сколько стоит резина, кстати, это отдельная история. Так, понял. Ну, грустная уже история. Так, да. Когда расстаешься с чем-то таким, грустно. Да. Так что? Ну, вот, мы целый день ездили. Так. И поняли, что нам для жизни совершенно необходимы все эти пакеты. Поэтому все это вылилось довольно больше. Я хочу к цвету попасть. К цвету, после того, как стало ясно, что мы берем не просто Audi A6 Supercharger, все такое, так, с таким-то, с трехлитровым, вот написано Supercharger. Да, я как раз туда веду. И кроме того, у нее еще есть, вот сзади есть находка, смотреть. Так. У нее написано 3 литра турбо и Quattro. То есть она... Вот это. С приводом на все 4 колеса. 3.0T это литры. 3 литра. Так. Но поскольку она Quattro Supercharged, то она очень быстрая. Ты чуть-чуть как бы нажимаешь, она срывается. Ой-ой-ой. Когда мне все это вот объяснили, и я понял, что мне это совершенно необходимо для жизни, так, мы пошли выбирать цвет. Так. Я говорю, ну этих у них там машин всего было 2 штуки. Они, так, конечно, хотят их продать как можно быстрее. Да. Я сказал, что ну, мне как бы не очень интересно, что у вас есть. А вы, да, мне привезете как бы что надо. Они говорят, окей, никаких проблем с этим делом нет. Так. Давайте покажите, какие есть цвета. Так. Чтобы цвета смотреть, открывается брошюрка. Так. И там такие квадратики. Угу. Они даже не на бумажке, они на какой-то, да, там, как на металле, там, угу, как нанесено, угу, это краска, красивенько все это. То есть выпендриваете. Но на квадратиках ничего не понятно. Они, да, маленькие, там квадратик, да, там под 2 сантиметра, 2, угу, на 2. Я говорю, пошли на Лото, посмотрим, как эти машины выглядят. Да. Мы пошли, там вот есть, там их штук 12 цветов, которые есть. 3 угу черные, там, разновидности, угу, или очень темные. Да. Посмотрели на них, ну, они очень мрачные, черные. Нет, это не наш путь. Да. 3 белые. Так. Какие-то белые или светло-серые, так, такие. Мне это тоже как-то не понравилось. Да. Я говорю, а покажите мне вот такой вот у вас красненький-то цвет, да, есть. Синий как-то, моя жена не любит синий, да, цвет. Я говорю, вот покажите мне такой вот красненький цвет. Они говорят, да, показать такой цвет не можем, потому что другие машины, их не красят эти машины. Только, да, A6 и A7 красят. И стало понятно, что это же такие бабки даешь. И стало понятно, конечно, да, да, что за такие бабки нужно брать именно это. Конечно. И они говорят, ну если такие, надо или вам делать специальный заказ, чтобы... Из Германии вам ее прислали. Или, так, мы ее поищем. Так. Ну, я говорю, ребят, ну так ищите. Ну, нашли. Они поискали, они нашли ее в Новой Мексике. Пригнали ее, что-то... Это штат Нью-Мексико. Нью-Мексико, да. Да, чтобы, это штат, чтобы народ, да, не подумал, что из Мексики. Нет, не настоящей Мексики, да, так, из Новой, так, Мексики. Пригнали, так, из Новой Мексики. Угу. Ну, как по-русски сказать? Нью-Мексико, Нью-Мексико, да. Нью-Мексико, да. Оттуда они ее пригнали. Я ее несколько дней ждал. Где-то они ее искали, находили, пригнали. И когда уже пригнали, я начинаю говорить, что кое-что тут немножко лишнее в ней как, да, бы есть. Но они говорят, ну уже извини, мы из нее как бы вытаскивать уже ничего не можем. Да. Что есть, то и покупай. Поэтому она получилась напичканная вообще по уши. Ну, радость есть с этого? Радость есть. Все, это у нее в сиденьях там есть нагрев, и в сиденьях и охлаждение. Отлично. Дует отлично прямо. Там накручено много. Ну и отлично, да. Что сказать, мазл тов, вот. Спасибо. А давно машинка-то у нас? Машинки есть 1.5 года. А, ну, и то... вот посмотри, ну вот посмотри вот так вот вокруг. На, да, ней до сих пор я держусь, и ни одной царапины нет. Я не вижу. Это большое искусство. Я не езжу за траками, которые не за грузовиками, из которых сыпется какая-то щебенка. На припарковке надо аккуратно. При парковке я забираю в самый дальний угол, я потому тоже, что, да, я берегу эту штуку, потому что знаю, что мне жена уже вторую такую не купит. Все. Друзья, хорошая машина начинается с жены. Это правда. Вот, поэтому, так сказать, подарок на день рождения. Это такой вывод я сделал по ходу дела. Правильный вывод. Все, вывод идем гулять дальше. Да. Вот прощаемся с автомобилем, так, в нашем сюжете. Прощаемся, смотрим на цвет, царапинок нет, как новый. И это грязь просто должна быть. Нет, грязь и есть грязь. Грязь есть. Сейчас дожди были, поэтому машина немножко грязненькая.